Вот мой дом, мой подъезд. Вот такой дом пятиэтажный. И наш палисадник. Ну, уже палисадник, конечно. Ой, собачка бежит, боюсь. Чья она, интересно. Ой, не дай бог, укусит. Палисадничек вот у нас какой. Ну, уже отцветает все, холодно. Сирень. Цветов много, конечно. А ни хера себе, рулевая. Ни хера себе. Разговаривает. Вообще. Вот этот наш дом. Тротуарчик рядом. А напротив вот такой дом. Большой, его называют Бастилия. Он как-то выгнут и без балконов. Деревья уже желтеют. Вот это наш дом. Игровая площадочка есть для детей. Пищат целый день на этой площадочке. Магазин вон в 20 шагах от нас. Один, и вон дальше теремок другой. Вот за этим магазином еще один. Это один магазин большой, а за ним маленький. Вон стоит теремок. Все есть в магазине. Никуда ходить не надо. Здесь когда-то лес был. Вырубили лес, построили дома. Вот такие. Вот рядом дом вот этот. Это выкупали квартиры люди. Как кооперативные вроде как. Ну, влаживались в дом, пока строили. Машина у нас тут стоит. Целый автопарк. Кустарнички посадили, шиповник, кашку, малашку. Шиповник, смородина. Все уже желтеет. И елочка еле принялась долго. Вот наш палисадничек, мой подъезд и вот этот дом. Вот тут когда-то море было, все высохло, слава богу, а то гаражи были по самые замки в воде. Сейчас, слава богу, все хорошо. Вот деревце уже какое яркое, красное. Вот. Вот под окнами у нас верба. Целая аллея. Вербы. Вот с другой стороны наш дом. Мой третий этаж. Вон где кондиционер стоит. Вот это с другой стороны мы наш дом. Встает. Это магазин. Рядом дом. Тоже пятиэтажный. Вот это вот дорога не асфальтированная. Вот на ней было воды. Целая река воды была.
А там коттеджи. Людей коттеджи там. Я их с окна часто показываю, потому что у меня окна на них выходят. Вот. Коттеджи. 10 лет там он один стоит, еще не продали. Сколько я здесь, столько вот он и стоит. Вот эти купили. А там есть еще и с открытыми окнами и дверями. Сильно дорого. Откуда у нас тут такие? Это вот этот вот крайний, я не знаю, кто, вроде бы как учитель какой-то или кто там. А вот этот коричневый вот, это сеть магазинов он держит, конечно, у него по всему Биробиджане у него сеть магазинов. Вот. Вот у нас такая вот такой лесочек возле нас. Скоро, наверное, его вырубят и тоже строить что-нибудь будут. При мне уже это все вырубили. Было больше, птички пели, сейчас нет птичек. Не слышу уже. Вот, вот за домом такая дорожка у нас. Вот издалека. Наш дом за деревьями. Вот наш дом за деревьями. Не видно. С другой стороны. Все желтеет. Готовится к холодам. Вот этот вот квартал, где я живу. Соседний дом сейчас я показываю. Рядом с моим домом. Дальше еще один дом. Вот 3 дома и уже другой квартал начнется. Наверное, скоро гаражи тоже заставят эти убрать. Ну, говорят, стройка будет. Не знаю, посмотрим. Пока что вот. Вот мой дом. Вон 3-й этаж, мое окошко открыто. Не окно, а лоджия открыта. Вот такой дом. Автобус пошел, он остановка, автобус. Прямо возле этого магазина автобус. У меня автобус тоже совсем все рядом. Мой дом с обратной стороны. Ну, машины едут по бездорожью. Короче, наверное, что ли. Может, гараж там у них. Гаражи понастроили, как когда-то давно при СССРе. Не знаю. Говорят, будут заставлять убирать. Ну да, все расширяется, все строится. Вот мой райончик. О, собачку выгуливает кто-то. О, вот 5-этажный домик мой. Хотела возле крыльца поговорить. Там женщина по телефону разговаривает, так кричит, да и ругается еще. Я уже ушла. О, лужа осталась от целого моря. Это море было. Вот что осталось от моря, что я показывала. Вот эта бандура была вся почти под водой. Немножко сверху. Соседние дома. Соседние дома. Люди в 5 часов бегут. Кто с работы, кто откуда.
Дом интересный, как-то изогнутый весь. И без балконов. Как люди живут, не знаю. Ну, когда-то, наверное, этому раду были. Такое дело, когда нет квартиры, уже не смотришь. Давно построили. Наверное, в 2000 году. Если не раньше. Люди с работы ворачиваются. Ворачиваются. Вот где магазин, я когда приехала, тут лес был. Глухой лес. Все вырубили, подсыпали, строили магазин. У нас тоже здесь ничего, посадок не было, это мы все сами посадили с соседкой. О, подвал открыт, сушат что ли его? Ну, у нас подвалов нет, это общие. Там счетчики стоят. Это не наш подвал. Там нельзя, там возле крыльца женщина так по телефону грубо разговаривает. Неудачно я вышла. Вот. От своего дома панораму снимаю, что вокруг моего дома находится. Дома, да, гаражи, что может еще. Нравится, что у нас все-таки лесопарк такой красивый, первозданный. Никто его не садил, оставили после того, как что-то вырубили. Я иду к своему крыльцу, к своему подъезду. Палисадник тоже сами строили, сложились денежками и нам построили. Это сами. Цветы тоже. Я рассаду сажу, соседка копает и ухаживает. Ну, уже все. Все отошло. Космея бедненькая уже. Петунья. Все повалилось. Дожди ж были. Флоксы такие замученные. Сирень у Катюши под окнами. Сама она садила. Все сама ухаживает за палисадником. Я только рассаду высаживаю. Вот майорчики попадали все. Плохая была погода в это лето. Цветы бедненькие страдали. О, львиный зев плохо расцвел. Хорошие цветы не садим, потому что тут лезут, обрывают. Ребятишки такие шустрые. Родители не хотят с ними заниматься. Что хотят, то и делают. И залазят, и обрывают. Так мы вот садим такое, чего в букет нельзя сорвать. Но все равно, видишь, как цветет красиво. Все-таки. А то бы трава была здесь. Лавочка у нас здесь хорошая. Ой, опять собаку ведут.
На лавочке я редко сижу иногда такой. Вон какая собака страшная. Ой, прогуливает ее. Ужас. Большая. В соседнем подъезде. Ой, ужас. Надо уже хризантемы убирать. Это-то зимующая, вот эту, которую я показываю. А вот эту я высаживаю, а на зиму забираю. Вот эту. Вот она маленечко уже и набрала, вроде бы. Ну, посмотрим. Вот, показала свой дом. Все. Пошли, ребята, Катюшин. Катюшина лоджия. Это моя подружка на первом этаже. Как подружка? Ну, знакомая хорошая. Все. Заходим домой. О, с возвышенности надо снять еще повыше. Вот вокруг. Все, что находится вокруг моего дома. Вот панорама. У меня окна с другой стороны. Хорошо, а то здесь ребятишки часто кричат, и очень сложно уснуть, отдохнуть днем. У меня с другой стороны окна, мне повезло. Люди бегут, бегут, бегут в магазины с сумочками, к ужину готовятся.